приветствую, друзья, на канале Забожто. И сегодня у нас будет очередная распаковочка с Китая. И это должен быть квадрокоптер Сима X5C. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Ссылочку на проверенного продавца оставлю под видео. Вот такой у нас малыш. Сима X5C. Да, он действительно небольшой. Так, здесь, о, батарея уже есть внутри. Так, как же это снимается? Вот. Батарея уже есть внутри, на сколько? На 500 миллиампер. Вот. Такая вот емкость. Это тоже. Ну и это также 850 миллиампер. А, да, еще вот есть флешка уже в камере есть на 4 гигабайта. Флешка уже есть. Камера снимает в HD качестве. Дальше вот что это, зарядное устройство. Аппаратура. У нас что-то еще снизу есть. Давайте посмотрим. Так, что же здесь есть? USB кабель. USB кабель, то есть можно подключить отдельно батарею, заряжать ее от зарядного к телефону или компьютера. Это картридер. Верточка. Так, еще что-то есть. Еще здесь есть. Так, здесь еще у нас есть защита. 4 штуки. 4 запасных гвинта. Давайте покажу для сравнения, насколько отличается 5-й Сима от 8-го размером. Так, здесь 4 батарейки. Сейчас мы сюда их ставим и попробуем взлететь, поднять немножко воздух этот квадрик. Вот, ребят, это даже ни с чем не сравняется. Это как... это совсем маленький квадрокоптер. Какой вот этот, какой этот. Огромная разница. Это 8-й Сима, это 5-й. Значительная разница. Вот для сравнения пульт, наш пульт. Вот от 8-й Сима и от 5-й Сима. Также отличается. Также отличается. Ну, интересно. С этим пультом
снимаем ключицу. Смотрите, работает с этим пультом. Хорошо, давайте проверим этот пульт. Выключим. Включаем квадрик. И вверх и вниз. Ну и все. Вот он соединился. Итак, друзья. Давайте рассмотрим, что же это собой представляет. У нас здесь выключатель, камера HD качества. Ну и, собственно, здесь вот отсек для батареи, для питания. Ну и больше здесь нет ничего интересного. Ну и, конечно, для тех, которые учатся летать, нужно установить вот такую вот защиту. Далее по аппаратуре. Что у нас есть? Кнопка включения. Эта кнопка отвечает за джойстик. Этот джойстик отвечает за обороты. То есть даете больше, он поднимается, ниже он опускается. Влево-вправо он крутится кругом своей оси. Так, этот джойстик отвечает за такую вот манипуляцию квадрика в воздухе. То есть вот вперед он наклоняется, вперед, назад, назад, влево, вправо. Ну, это понятно. Так, эти вот кнопочки отвечают за калибрацию. Калибрацию, ручную калибровку квадрокоптера. Если он, вы видите, что он после калибровки автоматически все же поднимается и его тянет в какую-то сторону, вот этими двумя кнопочками нужно откалибровать, чтобы он поднимался ровно. Это отвечает за камеру, то есть вперед камера фотографирует, назад снимает видео. Если еще раз нажать, останавливается и не снимает. Так, это тоже за калибровочку. Ну, эта кнопочка отвечает за флипы, то есть зажимаете кнопочку, если хотите влево или вправо флип, соответственно нажимаете вот джойстиком, ведете в ту сторону, вперед и назад. Ну и здесь еще переключается high и low, то есть расходы. На high он более такой резвый становится, на low он такой более медленный квадрик. Еще здесь видим mode 1. Что это значит? При mode 1, когда мы летаем, ну, это касается больше вот этих двух джойстиков. Когда мы летаем на mode 1, если мы зажимаем джойстиком лево, джойстик поворачивает кругом оси. Ну, здесь манипуляция, соответственно. Если мы, вот покажу, как включается, зажимается вот эта кнопка вправо и кнопка включения. Переключился, аппаратура переключилась в mode 2. Что это значит? Это уже значит, что поворачивается кругом оси, он будет здесь. Вот на этом джойстике он уже будет поворачиваться. А здесь, влево-вправо, он будет манипулировать. То есть здесь он крутится кругом оси и наклоняется, а здесь вот уже наклоняется. То есть такие вот отличия в управлении. Итак, давайте соединим наш квадрик с аппаратурой. Вот, сейчас включаем квадрокоптер. Что для этого нужно? Включаем квадрик, включаем аппаратуру и вот левым джойстиком делаем такую вот манипуляцию. И все. Видим, что он уже не
мерцает, не мелькает, это уже значит, что квадрик соединился с аппаратурой. Вот. Вот он уже летает. Так, хорошо. Ну, летать на улице сегодня не будем. Плохая погода. Как-то в другой раз. Ну, на этом сегодня все. Кому было полезно это видео, ставим, конечно же, лайки, большие пальцы вверх. Подписываемся на канал. Ссылочку на этот квадрик я оставлю в описании. Кому он понравился, здесь просто великолепная комплектация у этого продавца. 5 батарей, картридер, USB для зарядки одной батареи, например. И вот такая вот штуковина для зарядки. 1, 2, 3, 4 батареи здесь можно зарядить. Да. Ну и, конечно же, отверточка, защита и запасные гвинты. Вот такая вот жирная у нас комплектация. Это все относительно недорого. Так что, кому понравилось, переходим по ссылочке в описании, покупаем. Ну и, конечно, ставим лайки. Спасибо за просмотр. Ну и всем пока. До следующего видео.